создание заставочки, или, как некоторые говорят, отбивочки в Render Forest. Создать видео, интро и лого. Для данного момента мы сейчас возьмем неоновые, потому что нам так нужно. Выбираем вот это, просто я его занимался им, поэтому, чтобы было побыстрее. Тут все описано, что как нажмем создать. Он нам говорит номер один, добавляем логотип. Загружаем в свои папочки логотип. По размеру подходим. То есть нам его не надо ни уменьшать, ни добавлять, ничего. Вот все тут и все хорошо. Это можно вот уменьшить, это можно вот добавить. Но нам это не надо. Он у нас вот все прекрасно, идеально, потому что подошел по размеру. Вот. Вот он так у нас вот показывает, как он будет жить. Вторая страничка — это что? Это текст. Находим, что надо. У нас уже должно быть заранее готово. Вставляем. Паста это вставить. Жмем. Вот тут дорожка. Ну, сейчас, может, вот она пошла зелененькая. Это у нас загружается и примерно покажет, что получилось. Вот. То есть, вот эта фраза у нас не влезла. То есть, значит, мы не подрасчитали количество слов рекомендованное. Поэтому я убавляю до 80. Опять жму. И он грузится, она показывает, что получится. В итоге вот все, что надо. Не так мажет, как хочется, но поэтому вы выбираете сами, как вам удобно. Я, например, пишу название, как не надо, например, там логотип 10, там. Не он напишу. Смотрю. Тиль, они мне предлагают выбрать шрифт, но я не буду выбирать, ну хотя. Давайте выберем, попробуем, что нам дает шрифт. Вот. Анстерат, давайте попробуем. Опять уходим в редактор. Он наш грузит нам опять и говорит, что у нас получится. То есть шрифт, наверное, поживее, но наш уже не влазит то, что мы хотели добавить. Это я надеюсь, что это отмена. И она нам поможет отменить шрифт. Вот это для кого нужно. Вот. Стрелочка — это отмена. Но мы поставим с вами с музыкой. Если надо без музыки, то вот галочка. Проект без музыки. Если с музыкой, то музыку отключаешь. Но из-за того, что музыку не всегда с музыкой можно выложить, но хотя с другой стороны можно это все урезать. Опять же повторяю, это платная версия, это дорогая версия. Бесплатно все, вот рендер, все по-другому. У меня просто нету там. Это поэтому у меня только в хорошем качестве. Он мне предлагает или в этом разрешении, или в этом. Я повторяю, я люблю только 1080, поэтому все, он у меня сохраняется. Итак, он у меня сохранился, написал, что все хорошо, все сообщили. Я должен посмотреть, что вышло, поэтому нажимаю, извини, открыть, но не скачать. Вот что у меня получилось. Потом, когда мне надо скачать, я, конечно,
шму сабе, скачать, и он не спрашивает, как он просто его сохраняет. Как он называется? Вот давайте еще посмотрим вот создание неоновых. Мне тут понравилось. Я, правда, не знаю, что получится, но посмотреть можно. Сейчас я пытаюсь найти цвет такой вот оптимальный, чтобы не было ни плохо, ни хорошо. Мне надо тут именно цвет что-то сосновый, что есть на логотипе. Вот видите, какой там. Жмем создаем. Опять добавляем логотип. Загрузить. Все подходит. Подтвердить. Текст. Ставить. Грузится, смотрим. То есть вот это тоже хорошее, но видите, они к моему логотипу не подходят, поэтому я придется выбрать. Еще раз повторю про шрифт. Если я ставлю шрифт на всю побыстрее, ой, побольше, извиняюсь, дорожка показывает, что он грузится, то вот из-за большого текста побольше он у меня срезает окончание, поэтому текстом пользуемся по размеру. Об этом никогда не забывайте, если вдруг придется работать в этом сервисе. Если научите экономить время и нервы, то вам и нужно будет видеозаставки, все остальное вам. У вас два варианта, или самому заниматься, или кого-то нанимать. Так, вот видите, я поставил на 80, тоже не очень хорошо. Поэтому опять обращаем под текстом, есть размер шрифта. Вот оптимально 100, но всегда смотрите, всегда проверяйте. Программа есть программа. Я жму, дорожка пошла сохранять. Сейчас покажет, что будет. Вот. Из-за того, что мы записываем с вами для записи для урока, поэтому я это самое ставлю проект без звука, потому что вам громко слушать и все это самое. Пишу. Я сохраняю в 1080, потому что из 1080 всегда можно меньше создать, это не проблема. Все, он у меня сохраняется. Я жду. Итак, наше видео с вами. Превьюшечки, опипилочки, кому как нравится. Загрузились. Качество, ну, наверное, я нечаянно нажал. Очень хорошо. Как раз понимаю, что в платной версии вот 1080 и 720. Что можно опубликовать куда-то, я этим не пользуюсь, поэтому подсказать не могу. Проиграть она вам его не проиграет, музыку просто. Поэтому жмем скачать. Скачать это получается можно вот открыть, посмотреть, что получилось. И можно скачать, то есть Sava. Я открывать не буду, потому что громко, я его скачаю. Покажу, как скачать. Я его, конечно, уже скачал. Но еще раз вот покажу. Нажимаем скачать. Сохранить как. Папку сами вы выбираете какую. Еще раз пишем для урока номер 11. Все. Она у нас сохраняется уже в том качестве, которое мы с вами вот делали. Второй ролик. То же самое сейчас. Сохраняем. Пишем. Ну, название меняется, когда сохраняете, сами поняли. 99 там. Не вон. Это сами, как вы хотите, сохраняете. Все. То есть мы с вами тут разобрались. Итак, наше видео с вами
превьюшечки, опипилочки, кому как нравится, загрузились. Кальций, ну, наверное, верно, я нечаянно нажал. Очень хорошо, как раз понимаю, что в платной версии вот 1080 и 720. Что можно? Опубликовать куда-то я этим не пользуюсь, поэтому подсказать не могу. Проиграть она вам его не проиграет, музыку просто. Поэтому жмем скачать. Скачать это получается можно вот открыть, посмотреть, что получилось. И можно скачать, то есть Сава. Я открывать не буду, потому что громко, я его покажу, как скачать. Я его, конечно, уже скачал. Но еще раз вот покажу. Нажимаем скачать. Сохранить как. Папку сами вы выбираете какую. Еще раз пишем для урока номер 11. Все, она у нас сохраняется уже в том качестве, который мы с вами вот делали. Второй ролик. То же самое сейчас. Сохраняем. Пишем. Ну, название меняете, когда сохраняете, сами поняли. 99 там не он. Это сами, как вы хотите, сохраняете. Все. То есть мы с вами тут разобрались. Нашли папочку, в которой мы видео сохраняли. Убавляю звук, конечно, чтобы громко не было. И будем смотреть, что получилось, какие ошибки потом решим. Итак, по поводу программы Render Forest, забиваем Chrome, или как там удобнее, нажимаем, вот показывает, вход, исследовать, цены. Давайте начнем с цен. Бесплатно, видео продолжительности до 3 минут, экспорт, но это мы не будем с вами разбирать, вы сам можете по ссылочке перейти и все посмотреть. Что может программа? Создать логотипы, создать видео, редактировать макет, создать веб-сайт. Все, я так понимаю, зависит от цены, какой тариф вы выберете, и он вам тут это все предложит. Цена за продукт меня всегда пугает, но, наверное, это нормально. Бесплатно не ограничен. И экспорт совсем другая вот цена. И по кайсу то же самое. То есть, вот. Но это без меня посмотрите, вопрос не в этом. Я когда-то давно зарегистрировался, поэтому на бесплатную я бесплатненько вхожу, смотрю. Он мне сразу предлагает создать логотипы. То есть позволить конструктор, мне это не нравилось, никогда я в этом не работал, поэтому я даже разбирать не буду. И видео. Вот предлагает нам видео с вами миллион. Это к слову. Продвижение продукта. К празднику, к Рождеству. Вот это такие видео он нам с вами предлагает. Превьюшку мы создавали, вот редактировать макет, это тоже картиночки, но это все опять же сами. Меня просто попросили меню подробно объяснить, я вам объясняю. Я всегда только видео, обращаю внимание только на видео, поэтому вот это самое. Превьюшечки, интро, выбор тут великий, и желание будет посмотреть, и всякие логотипы, вот. Море, 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 море. Вот. Как создавать превьюшечки анимационные, мы с вами вот
интро и лого рассмотрели. Теперь один вариантик, наверное, покажу какой-нибудь. Вот. Ну, например, давайте. У каждого дети, внуки, племянницы есть, поэтому... Например, вот такую поздравительную книжечку, открыточку, как вы видели, выбрали. Детский. Нажимаем «Создать». Нам предлагают добавить цену. Тут все зависит от количества фотографий и тому подобное. Вот это нам дает с вами обложечка и заключительная часть. То есть начальная и заключительная. Мы ее с вами выделяем кнопочку. Просто тыкаем на нее, она выделяется. Вставлять пока не будем, потому что у нас с вами еще дальше. Дальше нам предлагают цены от количества фотографий, все такое. Я все их выберу, если что, потом удалим. Видео заставочка, мы, у нас ее нету, да, то есть и есть, вставлять мы не собираем, поэтому мы ее не вставляем. Теперь жмем вставить цену. Все. Обложечку заднюю уходит, переносим за, придерживая мышкой, надавив и держав, и уносим ее. Все. Выделяем первую часть. Обратите внимание, рекомендация для фотографий. То есть не надо вставлять то, что не вставится. Теперь пишем «Добавить». Конечно, загрузить. Рабочий стол. Где-то я заранее скажу, сразу готовился. Логотипы для примеров. Девочка. Вот. Девочку открываем. Получается, что нам надо видео примерно квадратное. Вот из этого видео, если что, мы с вами сможем вырезать, на мой взгляд, обложечку. Или вот из этого. Потом я выделяю, вставляю. Вот мне показывают, как есть, а как должно быть. Поэтому вот эту стрелочку нажимаешь, фотография увеличивается. Вот, если есть возможность подвинуть, пытайтесь подвинуть. Жмете «Подтвержду». Что получается? Вот, он, программа ее одобрила вроде. Переходим дальше. Получается два фото. Горизонтальное, вертикальное, одно, как я называю, горизонтальное. Добавляем. Опять же, загрузить, он уже переходит в нашу папочку. Чтобы не запутаться, вот эту фоточку вставляю я. Все то же самое, выделяю. Пытаюсь мышечкой подвести, чтобы было более-менее. Потом добавляю следующую. Она у нас загрузилась. Вот это показывает, что, видите, наша фотография маленькая. Поэтому вот мы ее увеличим, но как-то некрасиво, согласитесь. Поэтому еще раз пишем «Загрузить». И я бы вставил... Вот эта фоточка мне нравится. Размер у нее точно подходит. Выделяем. И кнопочка справа внизу «Вставить». Вот. Они говорят, опять с размером вы не угадали. Поэтому нажимаем кнопочку горизонтальную. Вот. «Подтвердить». То есть мы ее вставили. Четвертая фотка на этом меди. Опять жму «Загрузить». Я, наверное, просто не те фото подобрал. Ну, ладно. На будущее будете знать, что надо по размеру. Фото должно быть как горизонтальное, так и вертикальное. Если у вас вот так получается, то есть вы вырезаете фон нормально. Вот примерно, что у нас получается. Тут они вам говорят, можете вставить свой текст до 44 символов. Но я по опыту знаю, до 35, наверное, лучше. Ну, наводим мышечкой и просто пишем, что нам надо. Например,
возьмем рождение. Например, внученька. Внученька. Хотите большими буквами, хотите маленькими, это ваше право. Это у нас должна быть обложечка. Еще у нас есть второй текст. На втором тексте мы тебя, это слово, чтобы вам все было понятно, любим, все, написали, нажали, мы тебя любим, видите, получилось. Вот это не нравится мне по фотке, но получается, они просто не прогрузились, наверное, эти фотки, хотя показывают, что все хорошо. Ну, нажимаем еще раз на них, пишем обрезать, но все вроде нормально, подтвердить. Все, переходим на вторую страничку, жмем просто вот этой, два и все. Тут нам говорят, вставьте свой текст. Нажимаем, где текст, мы мышкой пишем «ты», «наша радость». Все, написали, выделили, проверили ошибки, сохраняется. Тут нам то же самое, говорит, две таких, поэтому добавляем, опять переходим «загрузить». Я сейчас, если ставлю вдруг одинаковую, вы меня извините. Это все равно для примера. Фоточка загрузилась, мы опять его горизонтально, нам же надо горизонт. Вот, чуть наводим на фоточку, придерживаем мы, выводим, чтобы все-таки голову, чтобы не срезало. Жмем подтвердить. Пока грузит, я вторую загружаю. Но так как то обрезали, вот давайте вот эту ставим. Вот, опять у нас свободное место по горизонтали, значит, вот так делаем, опять выводим. Вот. Жмем подтвердить. Все. Загружаем это. Ну, как я сказал, я просто не подготовился. Поэтому вот одну ставим и еще одну добавим фоточку. Я думаю, даже, наверное, ничего страшного не будет. Вот это давайте попробуем все-таки. Вот, если вдруг фото не того размера, жмем, что получается. Вот. То есть она влазит, в принципе, можем почему бы нет поставить. Переходим на третью страничку. Тут нам с вами повезло, видите, то есть когда вы загружаете, еще раз вернемся сейчас, вот когда плюсик добавить сцену, тут надо читать описание. То есть тут пишут одна большая фотография, или столько таких, или столько таких. Из-за того, что у нас фотографий с вами много горизонтально, я добавлю еще вот цену горизонтально. Когда она мне добавится, я ее просто еще вот на плюсик нажимаю, продублирую. А, ну тут, тут нормально, видите, тут две фоточки, значит мы продолжаем эту работу. Опять загрузить. Опять вот вернемся вот. Вот эту фоточку я бы вставил, хорошая, симпатичная фоточка. Обращайте внимание вот на свободные полосы. На чтобы все-таки голову не срезало. Вот, и вот эту фоточку. Опять загрузить. Ну вот, это давайте загрузим. Опять же, не обращайте внимания, просто я не подготовил ко все фотки. Все-таки урок, вот, видите. Если вот так, то имеется возможность. Тут не забывайте, циферка, много раз попадал, циферка это чтобы поставить возраст, сколько, ну, например, 7 лет. Ну, все у нас сохраняется, все грузится. Давайте проверим, чтобы тут обложечка, все загрузилось. Тут второе, все загрузилось. Третье не загрузилось, мы сейчас загрузим. Давайте пока что-нибудь напишу. Куколка, наверное. Ну, слово там, что придет, то придет. Все. Добавляем фотографию горизонтально опять же. Тут размер указан, учитывайте на это. Вот. Красивая фоточка, согласитесь. Вот.
Опять чуть-чуть увеличили, все вставили, все. Выключительно подставляем мы с вами. Опять загрузить, уже всем, я думаю, ясно загрузить. Вот это мне фоточка нравится, но я вот видите, с вами будем пытаться. Получится, нет, никто не знает. Вот, нормально. Это, как вы поняли, будет на обложечке книжечки. Тут много-много букв надо. Итак, все мы посмотрели. Выбираем стиль. То есть, опять же, шрифт, я об этом уже рассказал, музыку. Если надо музыку свою, вот тут загрузите свою. Я не буду грузить, как вы понимаете, я возьму то, что есть. Жму просмотр, купить я пока не готов, поэтому я жму предварительно. Мне ее должны прислать на почту. Тут вам, когда надо будет, там предложат, как зарегистрироваться. У меня просто есть в IT, у вас как зарегистрироваться.